Всех приветствую снова на каналчике Тетры, то есть моем каналчике. Сегодня мы снова продолжаем Skyhaven. Я думаю, это будет заключительная серия по этой игре, по крайней мере, все, что касается раннего доступа. Дальше нам, когда откроют дерево технологий, уже тогда будем разбираться. Ну, а сегодня мы будем перестраивать оставшиеся необновленные стоянки. Вот это все стояночки старого образца. И, конечно же, будем достраивать новые взлетные полосы, которых у меня явно не хватает. За это время, пока я снимал прошлое видео, у меня накопилось довольно много баблишка, почти 500 тысяч. Денег реально много, и я, кроме того, успел исследовать технологию, которая делает постройку новых стоянок, а также взлетной полосы дешевле, то есть скидочки еще будут. В общем, я думаю, мы отличненько разгуляемся. Что ж, ждем ночи, когда все самолетики уедут, и начнем творить чудеса. Что ж, самолетики все разъехались, и я не буду тянуть. Предлагаю сразу же начать перестраивать все, что у меня есть. Что именно я сделаю? Я собираюсь удалить старые стоянки, расположить новые где-то вот здесь. Скорее всего, придется также снести и вот эти здания, переставить их в какое-то другое место. Ну и, наверное, вот эти тоже поближе к стоянкам новым перетащить. Буду ли я грузовыми заниматься, пока что не знаю, но вообще хотелось бы тоже их переделать. И, конечно же, я здесь это все нахер снесу и поставлю две дополнительные взлетные полосы. В общем, давайте все делать, наверное, как-то поочередно. Нам еще, кстати говоря, понадобится новый второй пассажирский терминал, потому что этот зашкварный, он не выполняет нормально свои функции. Все, давайте приступать. Достраиваем аэропорт до логического какого-то завершения, что ли.
Вуаля, вот и все готово. Ну, или почти все. Кажется, чуть-чуть я здесь все-таки не достроил. Да, игра этими дурацкими подсказками, которые, видите, появляются при строительстве дорог, это, конечно, бесит. Они не пропадают, ну а что вы хотели от альфа-версии? Тем не менее, я думаю, потом как-нибудь за кадром удалю эти палочки. Ну, может быть, если мне будет не лень. Ну, скорее всего, будет лень. Полностью все готово. Второй терминал у меня готов. Все, абсолютно все сервисы я подключил к новеньким. Сколько здесь? 12. 12 площадок я построил. Здесь будет также и грузовые перевозки, и пассажирские. Я даже думаю, что когда я грузовую зону буду перестраивать, или я ее просто буду удалять, я сделаю аналогично. То есть я сделаю еще порядка, наверное, 8, где-нибудь еще 8 стоянок, где будет полное обслуживание и пассажиров, и грузами. В общем, все-все-все. В общем, хочется, чтобы было как можно больше самих стоянок, и все это дело как можно быстрее обслуживалось. Посмотрите, у меня все, что я здесь экспериментировал, заняло, ну сколько, порядка там где-то 200 тысяч, да, вся вот эта перестройка, включая, кстати говоря, здание и полную закупку автомобилей для каждого из зданий, то есть потратился я изрядно. Давайте сейчас напоследочек я выпилю взлетные полосы и построю новенькие. Так. Так. Удаляем вот эти рулежные дорожечки. Ищем новенькие полосы. Так, где это они? Вот они. Ох, какие же они огромные. Ёхарный бабай. Ёхарный бабай. Да, окей. Давай тогда ставить будем сейчас как-нибудь осторожненько. Слушайте, они настолько огромные, что я просто не знаю, куда их ставить. Ладно, давай я поставлю их просто на край карты, вот сюда. Раз. И вторую для взлета тоже. Надо как-нибудь их так поставить, чтобы они друг другу не мешали. Так. Вроде не будут мешать, и для взлета у них будет отличное место. Я смогу рулежную дорожку вот сюда подвести, и они уж тут сами как-нибудь будут распределяться. Сделаю я это вот как. Я вот прямо отсюда пущу. Нет, для начала давайте поставим специальные заезды на взлетно-посадочную полосу. Вот отсюда прямо. Как можно ближе. Напоминаю, что эти полосы у нас будут только для взлета. Поэтому на них можно поставить вот этот въезд с рулежных дорожек на ВВП прямо в самое-самое начало. По идее, расстояние должно хватить даже для самых крупных самолетов. Так, значит, здесь у нас будет вот таким образом. И вот отсюда будет также въезд вот такой. Все, отлично. Включаем эти полосы только на отбытие. Это очень важно, иначе тут сейчас начнется легкий хаос. Кстати говоря, мы по этой полосе можем видеть, что на ней могут летать только самые большие на текущий момент самолеты. Не, конечно, супергиганты, которые запланированы в дальнейшем. Но, тем не менее, это все, что у нас есть на данный момент. И я думаю, что нам этого вполне хватит. Что ж, давайте дождемся утра и посмотрим, как самолетики будут заполнять весь наш аэропорт. Слушайте, расставляя расписание, я обратил внимание, что теперь при нынешних раскладах у нас еще осталось, по сути, из предыдущего расписания еще аж 4 стоянки, на которых непонятно, что теперь еще делать. Блин, ну это очень круто, очень круто. То есть это означает, что у меня очень много мест для перспективного дальнейшего какого-то роста. Роста количества рейсов. Это очень круто. Слушайте, я так что-то подумал, что перед запуском, может быть, мне на всю уж прокутить, так прокутить. Поставлю еще одну посадочную полосу, именно посадочную. То есть полоса, на которой будут переземляться. Давайте я ее вот так вот сюда забабацаю. Вот так. Знаете, вот честно, не жалко совершенно. Хочется потратить бабки с пользой. Почему нет?
Единственный минус, что с нее съезжать будут только в самом конце, ну, потому что раньше никакого смысла нет съезжать. Я точно не скажу, могут ли самолеты проходить насквозь другую полосу, скорее всего, технически нет. Поэтому сделаем мы просто простой объезд. Вот таким образом. Вот так. То есть самолетики, которые будут прилетать сюда, это будет тоже полоса на прибытие самолетов. Будут просто это все дело объезжать вот так, вот так, вот так. И вот, собственно, сюда они дальше будут парковаться. Слушайте, ну мы тут, конечно, замутили, да? Слушайте, огромная, гигантская стоянка. Просто, просто полчища. Полчища стояночных мест ДСА самолетов. Два терминала. Что ж, первые самолеты уже начали прибывать. Я вижу, что по второй полосе, которую я только что построил, уже 707-й Боинг совершил посадку. И дальше они уже начинают выруливать. Давайте посмотрим. Этот, я так понимаю, что первый на съезд идет на рулежной дорожечке. Так. Отлично. Ну, слушайте, пошел процесс. Пошел процесс. Это замечательно. На самом деле, сейчас я могу позволить себе именно на посадку и на взлет гораздо больше самолетов обеспечивать, сопровождение их, чем у меня вообще имеется контрактов. Давайте быстро заглянем. В контрактах на самом деле все замечательно. Я заключил контракты со всеми авиакомпаниями, которые на данный момент мне доступны. Кроме вот этих двух нищебродских, у них какие-то маленькие самолетики. Возиться с ними я вообще не хочу. А по контрактам они у меня все заключены. То есть вообще все, что мне предлагают все авиакомпании, я полностью готов их принять и обслужить. То есть они у меня все законтрачены. Это безумно круто, конечно же. То есть я на данный момент, на текущий момент, получаю все, всю прибыль, какую только могу от игры. Плюс у меня параллельно еще есть 1, 2 стоянка, 3, 4, 5, 6. 6 стоянок, которые я могу использовать для самолетов по запросу. То есть которые будут прилетать а-ля случайно. Таким образом я могу получать еще больше прибыли. Ну что ж, самолеты вовсю уже загружаются, разгружаются, заправляются. Процесс запущен. Вот это я понимаю. Вот это очень круто. Ух ты. Какие самолеты, какие самолеты. Lockheed Constellation, да? Constellation. Ну, звучит, звучит. Красивый самолет и большой. Так, как у нас идет обслуживание на новых парковках? Я смотрю, на новеньких уже тут самолеты приехали, встали, припарковались, и к ним уже, в принципе, полностью все обслуживание постоянно подъезжает, и все отлично работает. Как часы? Как часы? Знаете, на самом деле, несмотря на то, что других контрактов у меня каких-то более новых нет, мне ничего такого не предлагают, да и более требовательных никаких компаний пока что не появляется. Тем не менее, у меня есть изученные две постройки, которые я еще не строил. В них просто на текущий момент нет надобности. Некоторые самолеты, некоторые компании все-таки требуют уборку салона, клининг-сервис. Я его построил, я уже подключил, там машинки маленькие подъезжают, пытаются что-то чистить. Ну, в общем, ничего особо впечатляющего нет. Ну, просто чистка салона, грубо говоря. Однако, у меня также есть уже доступные для строительства также еще дополнительные два здания. Именно Water Station, это по всей видимости, чтобы мыть самолетики, но пока что авиакомпании не требуют эту услугу. И Treatment Facility, я так понимаю, что это переработка мусора какая-то, да, то есть то, что мы увозим из самолетов, весь мусор там складируем и каким-то образом перерабатываем. Ну, скорее всего, не перерабатываем, я думаю, там просто идет какая-то сортировка отходов, ну, с последующим либо вывозом, либо уничтожением, в общем, что-то с ними дальше делают. Так, кстати говоря, у нас есть маленький метеопост. Я как-то его даже и не строил. А давайте его построим. Не знаю зачем, но вот хочу, пусть будет. Наверное, он что-то нам дает. Какие-то крутые фишечки, бонусы. Ну вот,
построили и замечательно. Это у нас визуальный радио, визуальная аура, что? Короче, видимо, радар визуального подтверждения, что-то типа такого, я так думаю. Это наша текущая диспетчерская вышечка. Засуетились самолетики. Гляди-ка, засуетились. Всех обслуживают, все довольны. Повсюду носятся автобусики. У терминалов вечная суета какая-то происходит. Вечная суета. За этим довольно забавно наблюдать. Как муравьишки носятся. Знаете, если вы когда-нибудь посмотрите на ютубе так называемое видео Time Loop, аэропорт, то есть, да, грубо говоря, либо зацикленный, либо просто кусок времени аэропорта, где камера снимает, что там происходит, то это довольно красиво. Точно так же машинки носятся, суетятся, автобусики проскакивают то туда, то сюда. В общем, муравейник, целый муравейник. Так, я думаю, что пришло время нам дождаться, когда, вот, например, этот самолет. Да. Вот утренний, который приехал и за которым мы успели последить. Слушайте, сколько? 707-х? Саудовское... Суд, хотел сказать саудовское. Судовейшн. Каравелл. Ничего себе. Что это такое за самолет? Он вроде визуально похож на обычный Дуглас. Тем не менее, это что-то другое. Что-то другое и непонятное. Визуально на обычный Дуглас DC-7 похож. Ладно, окей, давай проследим, как 707-й Боинг будет взлетать с новеньких взлетных полос. Да, он выбирает первую ближайшую полосу. Все-таки звуки даже есть. Так, ну чё, поехал? И сейчас как резко, ух, стартанул, ух. И улетел. Крутяк, просто крутяк. Слушайте, вы знаете, я на самом деле что-то особо не хочу запариваться с грузовой зоной. Как-то вот меня не впечатляет этим заниматься. Тем более, что реально у меня на эти услуги спроса нет. В принципе, я на всех текущих стоянках уже разместил рейсы. Я мог бы, конечно, вот эти стоянки снести, да, сколько их здесь, 4, и раскидать эти самолеты по оставшимся стоянкам нового образца. Но мне так не хочется это делать, просто впадло. Тем более, что особо ничего это не изменит. На текущий момент мы практически все с вами посмотрели по исследованиям. Сервис самолетов. Я здесь все исследовал, вот про что я вам говорил, да, это мойка самолетов. И, еще здесь есть, да, это улучшенная чистка, мойка самолетов. Здание переработки я тоже построил. Здесь вот новая диспетчерская вышка, я ее поставил исследоваться. Ну, честно говоря, мне не хочется тянуть видео, чтобы показать. Дальше, видите, все, исследований как таковых нету. Нам тут только дадут еще один большой какой-то, большую цистерну для перевозки топлива. И будет четырехзаправочная станция. Из пассажирского сервиса ничего интересного нету. Мы все, в принципе, купили, все новые автобусы. Так, а таймлайн, гляди-ка, до 30-х, до 40-х годов. Ой, как они замахнулись. Аж до 60-х годов. Интересно, что они нам предложат посмотреть. По разработкам персонала. Тут осталось, конечно, малеха. В основном ускорение текущего сервиса.
В закладке Construction, в принципе, я почти тоже все исследовал. Тут шли только скидки на строительство новых объектов. В принципе, тоже ничего интересного. Ну, а в офисной работе все вообще скучно, довольно однотипные исследования. Я так и не понял, для чего исследовалась вот эта вот ветка. Она увеличила количество бумажной работы, грубо говоря. Ну, как-то вот проблем с этим у меня не возникало. Ну и дальше здесь это только увеличивает все по количеству. Я мог бы одновременное количество управляемых самолетов увеличить, но я в этом опять-таки тоже не вижу смысла никакого, потому что, во-первых, у меня куча, практически все контракты я забрал и полностью спокойно распределил в течение дня. То есть, ну а куда мне? У меня вот самолеты, в принципе, сейчас даже не летят, потому что я полностью все самолеты принял вовремя, они все нормально садятся, никакой давки, никаких очередей между самолетами нет. Все спокойно в свое время назначенное совершают посадку, взлет и обслуживание. В общем, как-то так. Если вам понравилась эта серия, жмите лайкосик под этим видосом, подписывайтесь на канал и, конечно же, оформляйте спонсорскую подписочку. Я буду очень вам благодарен, и это будет меня мотивировать продолжать снимать как эту игру после того, как она выйдет из раннего доступа, так и другие экономические симуляторы, экономические стратежки. В общем, жмите, и все будет у нас хорошо. Всем спасибо за просмотр. Удачи, пока.